Здравствуйте, гусары, пацаны, девчата. Огромный вам привет от меня, от Агыги. Я безумно вас люблю. Я знаю, что вы меня любите. Я просто хочу вам сказать. Наш Витя Сдоублёва так же, как я. Не будьте алкашами, не пейте бухло особо, выпивайте, но не пейте. И посылайте нахер всех. Писи голые уже полгода не видел. Ой. А животик-то все просит. И с уважением. И состоянием. Уже Витя вашей не может подняться. Сколько уже было. И говорю. Ну, просится. Болтяр. Пузырьки это вкусное. Хуй за уши оттащишь. Мое. Ласточка. Люблю и уважаю. Ты знаешь, что Саша Ключ, Саша Галкин, переболел коронавирусом. Да ладно? Да. 40 дней лежал в больнице, 30 дней в том диспансере, 10 в мокре. Похудел, на 10 килограмм. Я вот с ним пересекался, Ну, зато ему поставили до того, как он заболел, диагноз ожирения. Хорош тебе и это. А когда он выписался, пришел к гастроэнтерологу, он такой, гастроэнтеролог такой говорит: о, молодец, Саша, занялся собой, скинул лишний килограмм, а тут ему... Говорит такой: я коронавирусом переболел, тут сразу маску одел и такой в сторону, говорит, как отпрыгнул. Его там к этому подключали, к аппарату, там вся фигня. Мы ж вы с Кутели ему звонили, Кудели к нему заходил, через окошко общались. Кудели тысячу лет не видел ее. Как он сам записал? Нормально, все, окей. Картины пишет? Пишет. Там он с батюшками общается, блядь. Кудели сейчас они с Кешей группу «Шляпа» сделали. Они там лупят, вон, группа «Шляпа». Ну, тогда мы сделаем группу «Лохматый лобок». Будем грайнкор лупить. «Лохматый лобок». «Хайрс лобок». «Лобокс». А как там родной-то проживает наш? А кто такой родной? Родненький — это ж ты вроде. Нет, я имею в виду Юрка. Юрий Карпиков, да нормально, там новую банду себе там собрал, чуваков там каких-то понабрал себе в группу рок-н-ролл там месяц. Недавно звонил мне, говорил, если будет зимний трэш, то вы мне звоните, я подъеду. Да какой зимний, к нам в Орел не подпускают даже машины. Все, сказали, готовьтесь к третьей волне, Витёк, родной, а тебе доводилось когда-нибудь выпивать одеколон? Конечно, по молодости. Вот такой красной Москвы не было? Нет. Тройной ёпта шрал. Ну и как впечатление? Как вообще пьют одеколон? Отвратительно. Нет. Его с водой надо разводить? Нет. Был такой лосьон окуречный. Вот. Ну. Вот это вкуснятина. Адовый кураж! Исполняю флаг!